Он увидел ее в окно проезжающего автобуса и не смог забыть. 2 месяца продолжал поиски среди миллионов людей. Нашел. И больше не отпускал никогда. Через месяц после встречи Найля Абясовна стала супругой лейтенанта Сурядного. И всю жизнь надежной спутницей следовала за мужем по гарнизонам. Трудилась военным фельдшером. Наверное, просто надо уступать друг другу. В жизни всякое бывает. Поругались, надо мириться. Сегодня генерал-майор с 500 наград за патриотические подвиги не устает благодарить свой тыл, без которого жизнь была бы совсем другой, признается Николай Дмитриевич. В семье Сурядных 2 детей и 3 внуков. Прожив вместе 500 лет, юбиляры делятся секретом успеха семейной жизни. Если кто-нибудь вам скажет по вашей жизни, вот молодой, о том, что все шито-крыто, там мир и благодать, это вы не верьте этому. Потому что жизнь, она расставляет все свое на свое место. Я очень благодарен Найле Абасовне о том, что она моя жена, о том, что она хорошая мать. Вот за замечательных наших детей. По жизненному пути идут дружно между собой. Вот, я благодарен о том, что это все лежало на ее плечах. Сегодня поздравления с юбилеем семейной жизни принимают 8 пар, и у каждой своя история. Но их обобщает одно – большая и светлая любовь, которую каждый несет через всю свою жизнь. Мы готовы вновь и вновь признаваться им в глубоком уважении за долгие годы, за честный труд, за добросовестные отношения не только к работе, но и выстраиванию традиционных семейных ценностей. Юбиляры ставят подписи в золотую книгу ЗАГСа, как тогда, в первый раз, который, по признанию героев, был словно вчера. А сейчас поздравьте друг друга юбилейным супружеским поцелуем. Мария Левина, Василий Колдашов. События.